все там. А что ты говори, мы же так можем до утра разговаривать. Я просто вижу там такие зубы и такая про свои задумалась. Значит, расклад такой, ребятки, давайте спидран. Маля, шляпа, микрофон, гнида зеленая. Поехали. Начали мягенько, потому что сильно пугать Малю не будем перед началом всей этой грязной срокотени. Арчи слышал, поэтому Арчи нету. Поэтому сейчас смотрим на реакцию Мали. Мне кажется, ты готова. 7:27. Мы тебя разминали. Это 7.5 минут чистого счастья вот для меня сейчас будет, потому что я не ела. Счастье для меня и для имя, фамилия, чувак, ты просто демон, очень сильно настойчивый. Не всегда такое будет работать, честно скажу, но вот сейчас это сработало, потому что и давно, и много кто просил, но ты добил, красава, поэтому вот, пожалуйста, Маля, вот наблюдай реакцию. Все, без лишних слов. Я сейчас просто тебе это включаю. Там за кадром сидит подруга Мали, которая тоже сейчас это будет слушать, поэтому внимаем просто. Я думаю, тебе понравится. Блядь! Тут 18+ контент! Ладно, я сейчас по-быстрому войду. Я понимаю, и хочу продолжить. Конечно, я хочу продолжить. Так. Сейчас для тебя это будет, знаешь, как что? Как и такое тоже бывает. Ты-то знаешь, да, что сейчас будет? Ты-то знаешь. Вот там сидишь сейчас и знаешь. Что означает blasphemia на английском? Blasphemia на английском. Я вот даже ни разу текст не читал, потому что у этой музыки как будто бы не важно, что там в тексте. Это шрифт, как рунические знаки обычно так изображают. Да. Таким вот этого стилем. Не знаю. Это все, что я пока поняла. Видеоряд тоже занимательный, да? Что там такое? Для меня это уже такое. Что? Что? Меня не музыка пугает. Видео? Потому что прям вообще меня переносит никуда, куда нужно. Я не представляю, что должно быть в тексте. Вот что там должно быть, чтобы описывать все, что тут происходит?
Драйв какой-то меня. Ну вот эта часть музыки прикольная сейчас. Но не там. Я жду концов. Горячая музычка. Она скоро закончится. Каких-то 2 минутки осталось. Это все вот из-за него. Это он написал? Я тебя найду. Здесь. Готовься. Я не знаю, как вставлять этот клип, потому что его заблочат, скорее всего. Ну, если мы его еле включили. Вот эта часть тоже сделала. Концовочка самая просто такая. Просто мед в уши. Чувствуешь приближение? Чего-то, не знаю чего. Оно уже самая приятная часть, кстати. Неожиданно, да? Короче, смотри теперь. История. Это британцы, которые были очень молодыми и такие, так, а чё мы должны делать вот как все? Мы сейчас будем над всеми, наоборот, издеваться, короче. И они вот это вот... агрессия, пере вот это вот все сверх, понимаешь, да, вот эти все, гитарные партии, все вот эти вокальные партии, они чересчур мерзко пакостные, это делалось для того, чтобы высмеять вот это вот все, типа, а да вот дедкорщики, мы можем сделать еще типа хлеще, чем вы, хотя у нас там особо мы там болью не страдаем, короче, у нас там особо проблем нету, короче, это изначально было высмеивание, короче, типа, вот мы можем сделать такое, что вы просто охереете, и нам не обязательно быть трушными такими всеми. Вот, то есть вот так. Ну, вот я это так позиционирую, что вот у меня в свое время, наверное, можно так сказать, было такое впечатление, такое представление о подобном жанре, о такой музыке в целом, то, что я была максимально далека от этого, и вот это все клишировано, я так и видела, и настолько гиперболизировано, утрировано, и все так вот преподнесено, что, наверное, есть вот те люди, которые не слушают эту музыку, они так себе это представляют. Это плохо, что есть такие люди еще до сих пор, но тем не менее, вот так я это вижу. Но клип.
Ну это мерзость ебаная просто, извините меня. Я понимаю, что музыка, типа, хорошо, она может там транслировать такое, но вот когда клип, ну это просто... Вот он мерзкий тварь просто. Я нормально к мерзости отношусь, но тут... Это да, это да, это кайф. Это имеет место быть, в любом случае, существовать. И раз у ребят был такой посыл, ну, я, наверное, так понимаю, он нашел своего получателя. Потому что я, например, такое слушаю с кайфом. Просто, знаешь, как происходит? Трушные ребятки, которые вот дедкор там и все дела, они этим пропитываются прям. Они типа, вот смерть, мрак, вот это мы мощные, мрачные мужики, охренеть, мы крутые, короче. И вся херня по-братски, к чему? Вы потом выходите, блин, на улицу и да, ну типа это все херня, вот. А тут эти пацаны сделали вот эту вот грязищу, которую я не слушаю с мыслями типа, о, я такой крутой, охреневший мужик. Я просто этот на таком, о да, о как качает, о как классно, о как мощно, нахрен. А тут как они перебрали вот с этим, это все классно просто, и я кайфую. Ну, какие-то части мне музыкально реально понравились. Ну, потому что они звучат так... Да, очень... Жирно прям, с кайфом. Да. С кайфом прям. Ну, то есть, как ты правильно говоришь, что, типа, есть вот эти вот стереотипы, что, типа, это все сатанизм, весь несчастный. Я не хотела это произносить. Я, например, такое слушаю без мыслей, типа, сейчас я буду пить кровь людей. А вот оно, о, вот эта грязь, вот это да. Как ты, да, Арчи, помнишь эту тему с Лорна Шор? Вот там же тоже вот этот гиперболизированный свиной виск вот этот был. Он был... Вот, он был на восприятии в дне. Может, это от людей зависит. Хрен его знает. Потому что для меня это было не типа... Он такой выдает всю эту жесткую партию, и я такой... Вот это я сейчас пойду убивать! Я такой... Ух, твою мать, вот это что ты сотворил, нахрен, засранец! Таких песен концепция именно направляет. Да, да, да. А тут наоборот они веселились. Они наоборот такие, давайте, короче, сделаем так, что все просто охереют. Да, а не потому, что мы типа такие сатанюги. Не, это так что вот так вот. Так что вот так вот, пожалуйста. А? Неожиданное камео. В чем руки у Арчи? Это он после клипа. Так что такие пироги, оказывается, что вот, да, ты теперь под угрозой. Вот, а оказалось, что даже вот так вот маленькая хрупкая девушка с легкостью слушает Infant Annihilator и такая, типа, блин, мне даже некоторые моменты понравились. Цитирую, пожалуйста. Ну и все. Вот просили, вот пожалуйста, нахрен. Конец, все, увидимся здесь, на Metalcore станции, обязательно, потому что вот никуда не деваемся. Все, потому что вот. Ну, короче, все, пока. Так. Блин, так пирожками пахнет. А это не пирожки, по-моему, это же эти корндоги, что-то. А-а-а. Блядь! Аккуратно.